спать. Слышишь этот шум компании безумной? И мы с теми, кто не устал отдыхать. Ведь мы отвисаем, как обезьяны в джунглях. Вот Диана, которая траву ловит. Удочку вот так вот на себя. Заматывай еще, наматывай еще, наматывай. Ой, тяни на себя. И тяни на себя, и тяни на себя. И тяни на себя. Нормально? Вот, только пришли. Включали лодочки. И пора кунишек. Ну, хорошо будет. Один убежал. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня тоже было несколько сходов. Мы ведем свой репортаж с борта лодки, в которой сидит Дианка, пытается что-то поймать. Но у нее запутался спиннинг. Исторический факт. Первый раз. Забывать первый раз. Река Невина. 33 градуса, наверное, 35, наверное. Пекло, пекло. Это утром мы там ходили. Я все-таки забрасываю свои тысячи забродливые. Ягоды мы сегодня уже пособирали. Поспали немножко. Ты где, тебе нравится деревня? Прямо снимать? Я понимаю, что она не кусается. У нас много трикос в лагере сидела. Это все камни, да? Вот так, да. А ты аккумулятор от Connexi взял? А? А ты аккумулятор от Connexi взял? Вот этот регистратор второй. В смысле? Большой аккумулятор? Нет, в Connexi. Ты помнишь, ты заряжал в этом же? Нет. А в каком ты заряжал? Это заряжается как обыкновенно, так же, как автомобильного зарядного. Да я про Connexi. Телефон-то помнишь, мы брали? Но. Ты аккумулятор заряжал в этом регистраторе. А, ты... ну да, в этом.
Ну вот, я могу аккумулятор взять на всякий случай второй. А, было взять, да? Да, он же долго держит. Ну, можно было. Ладно. В следующий раз. Себя сними, хорошего. Там кнопочка, знаешь, где пауза? Да? Какая? А вот перед тобой, бум. Посередине это? Нет, нет. Так он только в одну сторону мотает. Я в курсе. Поэтому спаваю. Не снимать на камеру не любят. Я уже заметил. Я Дианку. Давай, бросай. Слишком хорошо идет. Так вот води, вот так вот поводи. Немножко отпусти ее чуть ниже. Жила вот метрах 20. Большая? Вот там, большая? Ну такая с полкилограмма. Угу. Причем взяла полочью пасть. А первая за хвостик не хватила такая же. Ну, убежала. Там у камней была. Я думал, ты отдохнет маленько, да хоть ты ее поймаешь. Не получилось. Что-то там на глубине творится. Сейчас выключу камеру, будет ловиться. Обычно, ой, сейчас всех тут. О, с оружием. Ой, смотрите. Ой, сейчас сквозь ячейку пройдет. Левее забрось, левее. Да туда, левее. Не боись. Ну, ты бросай его туда, вон туда. Во, и пум. Все. Это был хороший рыб. Яна поймала рыбину. Поймала, да, ельчика. А. Что ты? Вон ведро бросай. О, бросай. Давай следующее по правилу. Дальше. Че, ребята? Ушел. Я же говорю, я предлагал подсак приготовил. Яна, ты не успеешь. Скажи, когда что-нибудь рыбу в этом омуте. И давай ищи мне запчасти, задолбал ты вот эти руки. Эй, Диан.
поймал, что нет. Устала рыбачка. Палочь на шухере. Андрюха на стрёме. Только что тут были выловлены окушок и щучка. Щучка, но заела хорошо, хапнула, прям задерживаешь минимал. Только что. Бросаем. Да. Хорошее, хорошее место, только что отпраздновали. Чуть-чуть. Маленький улов, все. Природа. Небо голубое. Сумка такая шевелится.
операция. Как операция? Помнишь, где копали? Дальше там. Давай. Привыкли руки к топорам. Да, да. Только помоги себе. Вода уже пошла. У меня эту дорогу все осушали, тогда с Димоном ходили. Чтобы на пикнике тут поехать. Потому что глина, Диана, не пропускает воду. Отлично, отлично, Люха. Да, вот так вот и становится вода в реке темная. Ну что, Андрюха, спасибо тебе. Обращайтесь, да. Все. Это уже должна утечь. Яна, скажи что-нибудь. Как тебе здесь живется? Так. Тебя ж никто не обижает, да? Кроме медведей, зайцев и комарики. Конечно, лодку приезжу снимать начал. Великое переселение народов от старого моста к новому. И такой уж он уже и новый. Что у вас было, что? Нет. Не спят еще? Не готовы они к такой ранней рыбалке? Пока не тебя. Приближай, глубина. А внизу камни. Вон руки лопата, а.
уже мелко. А так глубоко, там почти по шею. Не мочи волосы-то. Опять будут волосы долго сохнуть. Хорошо. Только что здесь была поймана щука. Ей было тут хорошо. Еще две щуки плавают. Ох, и плывет большая рыба. А я еще больше. Ой, я уплываю. Нападаю. Я вовремя. Только что была поймана, почищена. И с улицы. Жара. Отхвачено и отдолбачено. Жара потому как. Плюс 32. 33. Ну мы что такое там? Да, есть немножко. Наловили мы мальца-то. Да. Сутрица. Пойду удянку. А у удянки там мелочь. Щекочет. Там у удянки. Владимирович. Все ногти уже обгрызли. Рыбешки мелкие. Сидел, да? Че, Павлович? Еще три тушки. Это мало. Ну, уже четверо. Сейчас ее съедят. Да. Между пальцами рыбы. Янка не ловит нифига. Котятся. Ваше впечатление, девушка? Еще как? А еще? Как водичка? А, мне щекотают! Лечит ноги. Не обвидает микробов. Это бесплатная процедура, все включено. Дышаться. Вот, едут куда-то, непонятно зачем-то, деньги отдают. Щуки клюют, массаж, едут. Печь. Точечный массаж. Опять 25. Утопил брелок от машины. Да. Упал, разобрал. Будет суп, будет чай. Мы снова на острове Павлыча. Павлыч, он такой, да. Только Павлыч на остров не идет. Что там? Да, рыбок смотрит. Что у меня за сука что? Кусаюсь.
в уши. Надо брызнуть. Я брызнула? Searching for